Приветствую вас. Смотрите. Я думаю, что для вас отношения сейчас это что-то довольно тяжелое, что-то довольно трудное, довольно трудоемкое. Ну, по своему содержанию, своей составляющей. То есть именно вам что тяжело. А тяжело сейчас. Потому что вы ну, вот, боитесь серьезных отношений. А сами серьезные отношения для вас это вот что-то такое, что вас, условно говоря, тяготит. Вот. И, на мой взгляд, вы не совсем разобрались с прошлыми, ну вот, с прошлыми отношениями, раз сейчас испытываете вот ну, такие, я бы сказал, трудности. Потому что если бы все было хорошо у вас, то я думаю, не было бы, ну, не было бы проблем у вас. Вот. Ну, это, конечно, чисто вот такой момент. То есть это чисто вот мое предположение сейчас. Как мне это видится. Вот. Ну и соответственно, можно и нужно с этим что-то делать, да. То есть можно этот момент корректировать, можно научиться быть ну вот в отношениях более свободным, вот, можно научиться быть в отношениях более естественным, можно научиться не создавать из отношений вот какую-то такую работу, да, не создавать в отношении какие-то трудности, не создавать в отношении какие-то обязательства, а в большей степени все-таки ориентироваться на ну, на такую вот, ну, я бы сказал, больше, наверное, естественность. То есть вот, чтобы, ну, чтобы вы чувствовали себя естественно. Естественным, точнее.
в отношениях. Вот. А сейчас, ну, ситуация получается такой, на мой взгляд, что вы, может быть, вы и хотели бы отношения. Да, может быть, вы хотели бы отношения. Но так это настолько для вас это тяготит вас. Вот. Что вы, конечно же, будете бояться. Ну, не бояться в прямом смысле этого слова. А, ну вот, как-то так относиться к этому несколько. Ну, несколько настороженно, что ли. Вот. И, на мой взгляд, это вполне нормальная история. Абсолютно нормально, что вы относитесь к этому вот, ну вот так. Достаточно. Настороженно. Вот. И мне кажется, сейчас это для вас, ну, в принципе, вполне естественно. Вот. Конечно, усталость очень сильную роль играет. Усталость, безусловно. Потому что, ну, если бы не усталость, да, то вы могли бы, в принципе, лучше себя чувствовать, лучше себя ощущать. Ну вот, поэтому тут, может быть, на работе тратится большое такое, да, количество энергии с вашей стороны. Это тоже нужно подкорректировать. Ну и отдельным пунктом, вот отдельно, что можно отметить, это то, как вами воспринимается ну, девушка, женщина. Потому что если вами женщина воспринимается негативно, да, то есть если вами женщина воспринимается в какой-то степени ограниченно, то отношения построить с ней будет сложнее, конечно же. Вот. Ну, просто потому, что, извините, вы будете искать себе такую девушку, вот, которая, ну, будет отвечать этим вашим взглядом, вот, которая будет именно той, как вы ее видите, а не той с точки зрения, значит, того, какой, например, личность, с точки зрения того, какой, например, личностью она является. Вот. На мой взгляд, идея, ну, она вот, в принципе, такая, на мой взгляд. И идея, она, на мой взгляд, вот именно в таком контексте. И двигаться я бы вам рекомендовал
вы тоже в таком контексте, чтобы, ну, чтобы вы себя, например, не обманывали, чтобы вы, значит, ну, чтобы вы видели возможности женщин такими, какие они есть, вот, а не такими, какими вот, ну, вам их, условно говоря, хочется видеть. Потому что это тоже мешает. Мешает очень сильно, ну вот, воспринимать человека. А вот, в принципе, то, как можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. В остальном информации достаточно мало, чтобы ответить вам, еще. Поэтому я надеюсь только на то, что вы как-то вот раскроете более полно свою проблему, раскроете более полно то, что вас беспокоит, раскроете более полно, вот, собственно, то, что вас волнует. И тогда мы сможем вам помочь. Да? Тогда мы сможем оказать вам, вот, помощь. Который вы заслуживаете, на мой взгляд. Вот, потому что сейчас, на данный момент, вы из-за того, что мало предоставили себе информации, ну, по факту, ограничиваете возможность вам помочь. Вот. Ну, я понимаю, что, может быть, вы это делаете не специально, может быть, вы считаете, что, больше не нужно, вот, может быть, вы просто не подумали об этом, но, тем не менее. Так что обязательно обратите внимание на те вещи, которые я указал, это важно. Вот, и это поможет вам, решить ваши, собственно говоря, трудности, которые есть у вас. Вот. На данный момент. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, вам ответить можно на вопрос. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вы извлечете какие-то выводы. Вот. Всего вам самого доброго.